каждую пятницу в 18:00 в Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга для всех желающих проходят духовные беседы. Новотихвинские пятницы. Каждая встреча по-своему неповторима. Это может быть просмотр и обсуждение современного художественного православного фильма, а может быть и беседа с батюшкой. После беседы всех ждет чаепитие, за которым в непринужденной обстановке продолжается обсуждение. В марте одна встреча уже позади, но впереди еще три. Так, 11 марта участники встречи узнают больше о святом Иоанне Предтече. Ему посвящена беседа «Ангел пустыни». 18 марта познакомится с православными традициями поминовения усопших. А 25 марта пройдет заседание киноклуба, на котором состоится просмотр фильма «Когда Бог становится надеждой».